Приветствую вас. Про ожидания вам уже сказали. Наверное, повторяться не имеет смысла. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на какой момент. Вначале вы говорите, что мужчина ваш, значит, пытается переубедить свою маму. Вот. У него это не получается, но у него есть 1/3 доли в этой квартире. Потом он говорит вам, что вы сможете жить сами и сможете себя потянуть. А предполагая, а так вот, ну, так думаю, что здесь предполагается, что это, ну, как бы, своего рода адаптация, да, происходит к тому, что произошло. И как-то я, вот, честно говоря, не очень, знаете как, не очень вижу здесь конфликт, то есть мужчина постарался переубедить маму, у него не получилось. Почему-то факт того, что у него есть доля в квартире никак маму не убеждает. И когда он понял, что мама не убедит, он обратился к другому, ну, фактору, что вы действительно можете себя потянуть. И мне не очень понятно, чего именно вы ожидали в этой ситуации. То есть, ну да, вы молодец, что взяли ответственность на себя. Да, вы молодец. Ну, у меня такое чувство, вот, что вы вроде бы ответственность на себя-то взяли, вот. Но такое ощущение, что вам это как будто бы в тягость, что ли. Такое ощущение, что вам как будто бы, ну, не знаю, как будто бы тяжело, как будто бы вы не хотите нести ответственность за себя. Вот что несколько странно. Потому что, ну, условно говоря, парень мог бы там придумать что-то, да, он мог бы там, не знаю, свою долю квартиры как-то вот, ну, выкупить, например. То есть, ну, чтобы ему вот деньгами отдали долю за квартиру, чтобы он на эти деньги там снял квартиру вам. Но если вы можете как бы себя обеспечить, как вы говорите, если вы можете себя обеспечить, если вы можете обеспечить себя жильем, то все хорошо. Я просто не очень понимаю, вы обвиняете парня, так чем? Он же попытался, если я правильно понял, маму уговорить, но у него не получилось, потому что это человек старшего поколения, и свою позицию меняют люди старшего поколения очень тяжело. Но, как бы абсолютно нормально, что у него не вышло уговорить маму. Было бы странно, если бы она его, ну, послушала бы. Но, вот. Поэтому на что именно вы обижаетесь и чем конкретно вы пытаетесь его, как бы, ну, за что? Конкретно вы его обвиняете, то в чем он виноват. Я вот этого момента, ну, не вижу.
Вот. Вас были некие ожидания от него. Я полагаю, да, у вас были ожидания. Это правда. И, вероятно, вам достаточно тяжело, трудно отказываться от своих ожиданий. Вот это вот да. Вполне возможно, если вам тяжело и трудно отказываться от своих ожиданий, то это, конечно, уже вопрос к вам, в первую очередь. Да, вопрос касается, в частности, того, например, как у вас обстоят дела с личной ответственностью. С личной ответственностью именно вот за себя. С личной ответственностью за свои ожидания и за свои желания. Вот это вот, мне кажется, очень важно. Ну, мне кажется, это очень важный момент, потому что если вы не отдаете себе отчет в том, что вы хотите, да, и вот, ну, в целом, например, тревожитесь по поводу вот, своих выборов, по поводу решений, ну, которые вы можете принимать в своей жизни, вот это неуверенность в себе, которую, на мой взгляд, вы пытаетесь как раз-таки компенсировать вот попыткой переложить ответственность на мужчин. А в свою очередь ваше разочарование – это следствие его идеализации. Там идеализации, которая возникает потому, что вы не видите реального человека. А реального человека вам сложно увидеть, на мой взгляд, в том числе, потому что вы его видите через призму своих потребностей, а не через призму, например, своих ресурсов и возможностей, допустим, ему что-то дать, именно дать, именно вот история здесь про поделиться, я бы сказал. Вот. Это, на мой взгляд, крайне важный аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Поэтому сейчас я бы работал бы с вашими чувствами, вот, и предложил бы разобраться в них, в том, что конкретно вы чувствуете, что конкретно вы ощущаете, вот, и, соответственно, дальше из этого как-то исходить, вот, как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я думаю, что когда и если вы разберетесь в себе,
вы почувствуете возможность или невозможность человека простить. Тогда решите. Всего вам самого доброго.